нас елки новогодние, чечилаки. 20 лари, такая большая, красивая. Такие маленькие тоже здесь. Друзья, в Грузии сегодня отмечают православный праздник Барбароба, День Святой Варвары. Именно в этот день я всегда прихожу в эту церковь, церковь Святой Варвары, которая находится на улице Богдана Хмельницкого. Поздравляю с праздником вас, желаю благополучия в жизни, достатка, самое главное здоровье, ну и конечно, чтобы рядом были всегда родные, близкие, друзья. Вот на этой улице Богдана Хмельницкого находится эта церковь. Такая грузинская елка чичилак. Разного размера. А я купила вот себе вот такой колоски. Это как талисман на здоровье, на счастье, на деньги в доме. Друзья, возвращаюсь из церкви еще раз. С праздником вас! Добра, мира, счастья, здоровья всем! Удачи!